Искусство для каждого. В культурно-деловом центре «Арктика» прошел день открытых дверей. Выбрать себе занятие по душе мог любой желающий. А для тех, кто так и не смог определиться, хорошая новость. Набор в кружки и студии продлится до конца сентября. Подробности в нашем следующем сюжете. Каждый год на день открытых дверей в КДЦ придумывают что-то новое. В этом году изюминкой стала презентация, транслируемая на новые светодиодные экраны. На них показали все коллективы, давая возможность гостям познакомиться с их творчеством. Сегодня в культурно-деловом центре работают более 10 танцевальных и вокальных групп. Вот уже 5-й год подряд культурно-деловой центр объявляет набор в коллективы, и сегодня мы, не нарушая традицию, вновь набираем новых, так сказать, жителей, наверное, в наш дом, который носит такое красивое название, как культурно-деловой центр. После знакомства со всеми коллективами, каждый желающий мог задать интересующие вопросы о репертуаре творческих групп. Здесь занятия по душе может найти каждый. Танцы, клуб рукоделия, дизайн-студия, эстетическая гимназия для малышей. Любители вокала уже ждут педагоги с многолетним опытом. Самый богатый инструмент – это человеческий голос. А для того, чтобы им овладеть, это нужно заниматься годами, десятилетиями, я бы сказал, до конца своих дней. И многие, кто не изменяет этому, добиваются колоссальных успехов. Приверженцы танцевального искусства тоже имеют большой выбор. Для них направление от бальных танцев для самых маленьких до современных. Например, в шоу-тайм юноши и девушки учатся работать в команде, без чего не станцевать хип-хоп или брейк-данс. Современные танцы, они именно идут как в группе, вот именно хип-хоп и брейк-данс, потому что везде нужно чувствовать поддержки. Вот. Ну, так же, как бы, в бальных, ты же не можешь бальные танцы танцевать один. Как бы индивидуально с тобой можно позаниматься, но это будет все равно не то. Также в современных танцах можно дать какую-то базу одному человеку, но чтобы это полноценно смотрелось как танец, нужно работать командой. Набор в творческие группы идет в течение сентября. Коллективы с радостью примут вас, и вы сможете развивать в себе творческие способности. Закир Вафин, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».